Я вот как бы айтишник, у меня вон диплом лежит ненужный. Если вдруг кому надо, могу по дешевочке продать. Короче. Меня техника боится. Как только я подхожу к чему-то, оно ломается. Может, у моего вибратора... Можете у моего плеера спросить. Потому что, блин, в универе я умела удовлетворять. Дашка в чате! Дашка! С санными тряпками тебя гоним с чата. Дипломы будут размножаться, и их можно будет продать. Я писать не могу, буду долго донатить. Знаешь, я вот не против, что ты будешь донатить. Вот честно, я с этим, конечно... Почему меня так не промоутит? Давайте запишем, я сейчас даже микрофон потише сделаю. Привет, соседи! Там еще и вставят какую-нибудь подборку, все будут считать, что я это делаю чисто, чтобы жопу показать. Это не так. Я просто хочу, чтобы вы тоже так же полюбили ковры, как и я. Ну, вы посмотрите, какой крутой ковер. Но, правда, да, там складочка. Надо ее поправить. Вы же тоже должны понимать, что... Он такой, типа, да, а выглядишь лет на 15 или 16. А ты знаешь, как бы, типа... Господи, как же он сказал? Что-то типа... Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде. 18 мне. Почему ты все вопросы по внешности переводишь в шутку? Ты же красивая девушка. Посмотрев, как ты дипломом подперла ножку кресла, даже спрашивать не буду, как ты относишься... Хейтеров! Эй, хейтер! Я тебе ебало отгрызу! Ну-ка иди сюда! А ну-ка иди сюда! Упс! Мистер Акулк перестарался. Слишком интенсивное поедание ебалушек. Какого размера глаза? Они тоже по размерам? Наверное, XS. Ну-ка, давай померим. Ну, короче, как твой хуй? Не... Ну, сантиметров 3. На кого училась? На айтишника. Я училась в Московском государственном университете приборостроения и информатики. Но, по-моему, я даже когда выпускалась, он уже по-другому назывался. Когда я выпускалась, короче, я поступала, он назывался МГУПИ, вот университет приборостроения и информатики. А диплом у меня Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники. Типа МИРА, я так понимаю. Так, Аляш, кем ты работаешь? А я медицинский представитель по направлению неврологии. У меня в промоции наотропы, антидепрессант, мельтони и антиоксидант. Гном-дурашка. Хо-хо, какие у вас тут... Так, фейс, это типа... Давайте сейчас возьмем какую-нибудь из наших куток. Blackface. Тря. Я красивая? Я красивая? Blackface. Hashtag. Blackface. Сказать, ты такая красивая. А знаешь... Во всем клубе нет такой красивой девушки,
как ты. Ну и что-нибудь такого плана, типа... Как только я зашел, вид того, как ты блюешь, он просто зачаровал меня. Я думаю, мы созданы друг для друга. Я говорю о своем пенисе и твоем рте, конечно же. Потому что я от этого тоже получаю удовольствие. Она же здесь была, мы же Дашку гнали, Иисусе и тряпка. Ебануться, кто-то спиздил. Пацаны меня ограбили, кто-то спиздил тряпку. На всякий случай оставим. Мало ли еще кого придется прыгать. Вот. Каждый стремоляж. Пенис, пенис, вагина. Не могу перенести стол. Пенис. 158 сантиметров. Рост. Хуй. Жопа. Я тупая. Хуй. Да. Это парик. Жопа, пизда. Мистер Акула. Секс. Утки, утки, рассталась парнем. Пизда, хуй. 20 минут, хс, хуй. Ну, на самом деле, true story. Это вот прям реально мой сценарий. Мне же тут говорят, что у меня все шутки по сценарию. За выходные, короче, закинули видео с моего стрима, в какие только не были паблики, там что-то про вайны, какие-то злые школьники, видео долбоёбы, еще какой-то ВБМ. Вот, и типа, теперь это видео пошло по рукам, и мне даже одноклассники мои бывшие пишут, одногруппники бывшие пишут, что типа... Не, ну ты видела! Мне пишут коллеги моего бывшего. Ты, видимо, их не считаешь их за друзей? Ну вот смотри, у меня, например, много друзей. И это даже если не брать уточек, мистера Акулку, динозавров, у меня как минимум есть два друга. У тебя есть YouTube-канал? У меня он есть, но я им не занимаюсь. Вот. Мне некогда, я работаю пятидневку. Мне некогда заниматься YouTube-каналом. Если бы я была full-time стримером, конечно, я бы там пилила какие-то видосики смешные или еще чего-нибудь, или не смешные. Как мои шутки. Пара-пара-па! Я, в принципе, не слежу и за тем, что покидает мой рот. Вот. Приходится следить за тем, что входит в мой рот. А то, что покидает, уже не мое дело. Вот. Поэтому я не помню, что я делала. Соня любит петухов, да? Реально любит петухов. Я тоже у точки с митинга. Как там, кстати, на Тверской все прошло? Я не знаю, мне похуй. Ты такая няшка. На тебе сердечко. Кривое, как моя жизнь. Еще сердечко. Не знаю. Ляжное сердечко. Короче, сложно. А, oh, fuck.